Привет, мои хорошие, с вами Селена Суэй, и ура, ура, у нас снова очередной конкурс, не успел закончиться конкурс на 3000 подписчиков, как я уже собиралась сделать на 5000 подписчиков, но вы так быстро растете, что у вас уже 6000, поэтому у нас будет 3 победителя, за 4, за 5 и за 6000, и сегодня мы с вами пройдемся по губным блескам, тинтам. В общем, будут разыгрываться два подарочка. Это такие тинты. К сожалению, я купила сначала вот таких два. А когда пришла, ну, когда уже 6 тысяч было, я думаю, надо еще один купить. К сожалению, не было. Поэтому третий будет вот такой, как вы все знаете. Все рекламируют с пленочкой. Вот эти без пленочки. Скоро в одном из видео я тоже выложу. Это вообще три в одном, как бы помада. Красим, да. У меня вот точно такая же, она сейчас на губах. Только в другой упаковочке. Они три в одном, очень классные. То есть их красишь. Они очень дают хороший пигмент, хороший цвет. То есть чуть-чуть продержал, стираешь. Легкий пигмент. Чуть подольше подержал, будет такой яркий пигмент, как здесь. Они прикольные, мне очень нравятся. Я выбрала такие хорошие цвета, оранжево-красненький. Вообще пахнет очень-очень вкусно. Ну и этот примерно такой же цвет, только он пленочкой, как вы помните, да? Мы мажем, потом пленочку снимаем, у нас остается тинт. Это я разделю там первое, второе, третье место. И также у нас будут обычные блески. Вы наверняка видели у меня один из этих блесков в моих блесках. Вот такая вот русалочка. Я купила еще, но, к сожалению, русалочка была одна, поэтому я купила еще вот такие вот штучки. Мишка и вот такая вот принцесса. Они тоже очень классные, тоже тут у Мишки сердечко, там все вот. Тоже кисточка сзади находится и здесь в этой принцесске. Ну, в общем, я разделю, что первое место там одно, второе, третье, и потом все это вам напишу. Итак, условия те же. Нужно быть моим подписчиком, потому что этот конкурс для моих подписчиков. Нужно поделиться этим видео, поставить лайк, естественно, и написать в комментариях под видео именно на YouTube, что вы участвуете, и вашу ссылочку. Помимо этого, можете еще что-то написать, если хочется. Конкурс продлится одну неделю, и потом вы можете увидеть результаты у меня в Инстаграме или в моей группе ВКонтакте. Все ссылочки внизу, и подробности этого конкурса я тоже напишу внизу. Еще один момент, который хотела сказать. В этот раз у нас, к сожалению, будут участвовать люди только, которые находятся на территории России, потому что пока что нет у меня возможности отправлять куда-то очень далеко, поэтому только по России, к сожалению, этот конкурс участвует. Будьте внимательны. Итак, мои хорошие, стартуем. Кто что-то упустил, смотрите прямо под видео, все подробности я повторю. Желаю всем удачи, пока будет идти конкурс. Я для вас приготовила много интересных видео, в которых совсем скоро мы с вами снова увидимся. А с вами была я, Селена Суэй. Пока-пока!